Та-да-да-дам! А ми знову в ефірі. У нас у гостях Юрій Шевченко, відомий продюсер та медіа-діяч. Юра, доброго дня! Доброе утро. Доброго ранку, Юрій. Дивіться, у мене зразу перше питання. Ви як продюсер, можемо зробити Терещенко співачку? Бо я чув, як вона в гримерці сьогодні співала. Ну, звісно, елементарно. Я думаю, що... Я скажу чесно, я не дуже гарно співаю, але дуже-дуже хочу бути співачкою. Ну, ви знаєте, це все справедливо. Зараз такі технології. Знаєте, як анекдот є такий, коли приходить артист, який зовсім не вміє піти, а звукорежисер йому говорить, от ви спойте просто алфавіт і гамму до мажор, і уходіть, я сам все наріжу. Ого. Вот примерно так. Мне, кажется, уже гастроли нужно организовывать. А почему бы нет? Вот сейчас закончится карантин. Локдаун, в принципе, добре. А вот гамму до мажор, что еще у меня має быть для того, чтобы быть співачкою? Ну, какие-то особенные таланты, можливо, артистизм, харизма? Нет, харизма, конечно, но это у каждого человека, вы знаете, как бы, как Бог даст. Но в любом случае, конечно, это же шутка, нужно заниматься, однозначно нужно пройти какую-то базовую подготовку, как минимум должна быть музыкальная школа или хорошая крепкая студия. Я уже не говорю там о музыкальном училище или специализированном образовании там эстрадного вокала, например, который там, да, как бы нужно пройти. Однозначно, это достаточно тяжелый путь, но интересный. Это конкурсы, это, возможно, поражения, разочарования какие-то. Но это нужно пройти, в принципе. Юр, я знаю, что у вас продакшн свой, занимаетесь створением аудиовизуального контента. Да. Период пандемии. Складно? Вы знаете, мы адаптировались. Адаптировались, потому что у нас были запреты из-за законодательства. Это нормально. Мы научились, рассредоточились так с специалистами, что мы перешли на удаленную работу. И мы, наверное, больше организовались, потому что не всегда люди приходили там, допустим, в офис или что-то делали, не всегда успевали. Сейчас технологии позволяют удаленно работать, то есть у нас, в принципе, это не проблема. Мы связываемся, делаем разные конференции, совещания. Бывает такое, что даже человек вот проснулся с утра, взял чашечку кофе, и он уже на совещании. Это здорово, да. Ну, це, слухай, це зручно. Ну, ми, на жаль, так не можемо, бо нам потрібно кожного дня о 7:00 на роботу. Онлайн у нас не буде. Це обов'язує. А от скажіть, пане Юрію, от все ж таки, якщо людина вже вирішила так, що вона хоче співати, так, звертається от до таких професіоналів, як ви, для того, щоб, ну, ми розуміємо, що потрібна реклама, потрібен піар для того, щоб про людину дізналися взагалі. Якщо ти будеш там собі десь тихесенько співати, ніхто про тебе не буде знати, ну, що з того. Что потребно для этого? Ну, прежде всего, нужен качественный материал. То есть это песни и, главное, желание. То есть, чтобы человек видел путь. Я вибачаюсь. Тобто, якщо я правильно розумію, що будь-хто, хто хоче стати зіркою, хоча б повинен вміти співати. Однозначно. То есть это, по крайней мере, в базовом варианте однозначно, потому что, ну, все-таки рынок зірок, звезд, так скажем, или артистов, которые набирают популярность, он очень перенасыщен, перегрет, как говорят, да, в продакшене. Все-таки из большого числа людей, которые на этом рынке присутствуют или стартуют, очень много людей, которые вообще никак не относятся к музыке, они достаточно такие, ну, может быть, там подсредства, им не нужно просто этим заниматься. И вот из-за этого, как бы, настоящие таланты не могут пробиться из-за такого информационного шума. Поэтому мы помогаем донести именно тех людей, которые, ну, мы видим, как бы... Это круто. Як ви, де ви знаходите таких людей? Це на талант-шоу, наприклад, подивилася, виступила яскравий співак такий, да, або дівчина, і ви розглядаєте вже цю людину як проект, піар-проект? Ви знаєте, у нас по-разному буває. Ми делаем много, снимаем много разных концертов, мультикамерні съемки, ну, продакшн, да. И у нас есть такой замечательный директор медиапроизводства Элла Шевченко, которая тоже занимается отбором артистов. Она, прежде всего, музыкант с высшим образованием. И вот она говорит, вот этот артист может быть, а этот, как бы, ну, еще нужно поработать, подрасти. И когда мы уже, наверное, обращаем внимание на того, кто имеет шансы, мы с ним ведем переговоры о сотрудничестве, о том, чтобы его распространить максимально широко. Скажите, а если у артиста, початківця, ну, немає коштів, так? Ми знаємо, що це потребує значних коштів для того, щоб стати зіркою, розкрутитися. Ви можете сказати, давай, ми в тебе вкладаємо,
знаємо, ти на всі 100% віддаєшся професії, і ми підписуєш контракт. Підписуєш контракт. Але це ж реалії. Звісно. Ну, у нас є різні варіанти, не тому, що там, знаєте, всі працюють от прямо за всі гроші світу. Ні, звісно, однозначно. У нас є різні інструменти, різні партнери, які йдуть на якісь уступки, вони допомагають в розкрутці, в піарі. Звісно, гроші грають рішаючу роль. Но они просто ускоряют процесс, они могут донести до более широкой массы, не потому что там все вот такие, знаете, сидят там какие-то дядечки алчные, хотят эти деньги. Просто мы понимаем, что нужно заплатить за рекламную кампанию людям, да, как бы, то есть нужно сделать там посев клипа, например, в интернете, да, допустим. То есть вот ну, такие элементарные вещи. Юр, поэтому да, нужно ресурс. Як розпізнати цей самий талант? Ну, багато ж людей. Мене знаєте, що завжди дивувало? От та, що ні голосу, ні слуху, але вона в собі впевнена, ну, капець. А буває людина так. Так, а буває реально талановитий, але він такий трішки сором'язливий. Як його розпізнати? Вы знаете, здесь, наверное, играет фактор отдачи со сцены. Когда ты смотришь на артиста, ты уже понимаешь, пойдет он или не пойдет. Вот как раз Элла, она вот этим и славится, тем, что у нее есть, знаете, такое украинское слово «чуйка». О, вот, да. она знает, кого можно как бы это. Да, и у меня тоже. И у меня музыкант с высшим образованием, и техническое у меня образование. Я тоже понимаю, что этот артист либо пойдет, либо не, ну, знаете, внутреннее такое ощущение. Как бы. Плюс реакция зала, фидбэк вот, от зала, это очень важно. Как бы, да, когда ты понимаешь, что публика реагирует. Либо артист с потенциалом, но он там не доработал, либо ему нужно еще какое-то время там подучиться, повысить свою квалификацию. Вот тогда, ну, все равно потенциал всегда виден. За кого легше братися? За чоловіків чи за жінок? Можливо, дуети? Взагалі, яка ніша зараз у продюсерстві не зайнята? Чи є взагалі така? Ви знаєте, легче братися за талант. Неважливо. Да, почему? Потому что те люди, которые сейчас наступило такое время, когда нужно не просто, знаете, вот кто-то там, не знаю, какие-то продюсеры, может быть, берут людей просто за деньги, но это быстро заканчивается. Они тратят ресурсы, тратят деньги, а артист почему-то не выстреливает. Ну, к сожалению, по разным причинам. Я предпочитаю работать именно с теми людьми, которые сами создают себе контент. Я люблю людей, вот, например, там, мы работаем со Славой Благовым, да, это очень такой известный одессит, у него уже были очень много концертов по Украине, он работает в формате поп-шансон, он пишет себе хорошие вещи, гастролирует по Украине и другим странам. И вот я работаю с теми в основном, кто создает сам себе, как бы, да, то есть он пишет. Это легче. То есть, вот помните, как раньше были там, не знаю, Антонов там, или тот же самый, ну, Константин Меладзе, который для Валерии, да, он создает. То есть он сам креатор. Вот с такими людьми очень классно работать, там, или Максим Фадеев, которым создал и сам себя. Ну, это уже метры. И, ну, конечно, я имею в виду в том плане, что он и сам себя, прежде всего, создал, и создал там другие проекты, с которыми он работает. Это просто как примеры. Ну, вот, вот в таком. Юр, скажите, вот прийшла в Україну діджиталізація, таке новеньке слово. Да. На що зріс попит у вашому продакшені? Ви знаєте, це такая волна, которая, наверное, еще не накрыла всех. Потому что в Украине все-таки очень много людей еще пользуются телевизором. Это прекрасно. Это нормальная история. Я прогнозирую то, что эта диджитализация будет идти в некий ровень с телевизором, с радиостанциями, как каналами доставки контента. Чем интересна диджитализация нам, это очень быстрый канал доставки контента. То есть мы, например, если мы берем в разрезе артистов, мы выпустили трек, сделали релиз, да, и запустили его в массы. И мы тут же можем получить обратную связь, какая песня, плохая, хорошая, как бы, да. Чи сприйняла аудиторія, да, чи ні? Да, тобто, якщо так, раніше потрібно було, щоб ваш, так, прокрутити цю пісню по радіо, да, так, да, або взяли кліпчик на телебачення, да, то зараз дійсно, зараз просто кожен артист може злетіти миттєво, так, викладається на YouTube відео, і люди, ну, дійсно, просто людську реакцію не підробиш, люди щирі у своїй любові, так, якщо щось чіпляє, вони лайкають, діляться відео, і просто може бути бомба. Ні, ну, дивись, ми ж живемо в 21-му столітті.
Дивіться, це ж уже не той час, коли касета, пам'ятаєте? Конечно. Поштовим голубом десь на радіостанцію. Ви знаєте, це дійсно зараз унікальне время, особливо для молодих артистів, набираючих популярність. От говорять там, ми не знаємо, як розкрутитися. Да якщо б ці можливості були там, в том раньше? Поколении, да, как бы, наверное, уже это. То есть вот как раз интернет, вот в нем можно как очень потеряться быстро, да, так можно очень быстро и взлететь. А как не загубитися? Что потрібно робити? Качественный контент. Качественный. Постоянное генерирование контента. Да, постоянно. То есть даже если кто-то ведет, например, ну, свои соцсети, там, какие-либо там, да, не будем называть, вот, они делают такой контент, при котором он либо заходит, либо не заходит. Ну, например, кому-то интересно следить за деятельностью человека. А кому-то там неинтересно, потому что он там выставил 2-3 фотки, 5, но они все одинаковые, знаете. Как бы. То есть контент сейчас король. Поэтому вот такая вот история. То, что вы делаете, интересно, то, что это. То есть все в зависимости от того, насколько это будет интересно зрителям. Соответственно, вы будете потребно, больше... Потребно, чтобы были яскравые идеи, креатив, постоянно изменят, и будут не схожим ни на кого. Конечно. Вот тогда вы выделитесь, это как в любое время более что-то эпатажное поднимало артистов наверх. Вот были там, не знаю, какой-то там в давнешнее время артисты такие как бы ровные, скажем так, партийные назовем, а были какие-то экстравагантные артисты, например, там, ну не знаю, Валерий Леонтьев, да, который выделялся яркими костюмами. Особенно на тот момент. Да, так, это эпатажный. Эпатажный, да, появились другие артисты, и они как бы стали на совсем другой высоте. Поэтому здесь надо удивлять публику постоянно. Ну, в хорошем смысле удивлять, не шокировать. Эпатаж. А удивлять. Ну, такий легкий эпатаж. Я трошки зрозуміла, що мені потрібно для того, щоб стати співачкою. Я, правда, ще не придумала, чим я буду дивувати. Ми з тобою подумаємо. Давай так, співай зранку в гримерці, я це буду знімати, буду викладати на нашу офіційну сторінку. Це, кстати, хороша ідея. Терещенко співає перед ефіром. Юр, скажіть, будь ласка, у роботі з артистами, що найскладніше вам як продюсеру? Артист. Знаете почему? Почему? Потому что артисты разные, они абсолютно как дети, это человеческий фактор. Встал не с той ноги, не выпил не ту чашку кофе. Ой-ой-ой. Но это все решается, как только доходит до каких-либо концертов, когда они выходят на сцену, они забывают все эти бытовые неурядицы, и они... отдаются, да, отдаются зрителю, как бы это все, ну, у них как-то исчезает. Но вот этот вот человеческий фактор, тут каждому нужно ключик найти, знаете. Вот так, это великая классика життя. Да, это так, правда. Так, знаете, подхит. Кожному свой ключик. Я помню радянский фильм «Ключ». Да, Буратино. Королевство кривых зеркал. Так, и Буратино. Да, и Буратино. Бач, уже у нас два персонажа, которые имеют право на раскрутку в шоу-бизнесе. Видите, все такие яркие моменты, которые тоже запомнились. Тоже контент, Контент. Так. А мы вот с Терещенко можем быть зерками? Конечно. Конечно. Вот сегодня и начнем. О, стартуем. Стартуем. Да, так. Почему бы нет? Юрій, ми вже трішки вилітаємо з ефіру, потрібно рухатися далі. Я вам дуже вдячний за те, що ви до нас прийшли. Ви неймовірні. Дуже вдячний. Сподобалось? Підписуйтесь на наш YouTube-канал і буде більше. Не забуваємо про дзвіночки!